11 июля 2017 года, начало 8-го, Колкотовый рынок, магазин «Авоська», Тирасполь. Ищем тех собак, которые нападали на Танюшку. Пока не видать. Пока не видать. Может быть, спросим людей. Здравствуйте. Группа «Права животных» в ПМР. Вы не подскажете? Мне говорили, что тут есть бродячие собаки. Да. Мы изучали эту проблему сейчас. Действительно, я их сейчас не вижу. Есть. Они на солнышке греются днем. Их подкармливают вот эти... Которые? Со щенками, да? Да. Они со щенками, без щенков, но агрессивные. На людей нападают. Кто подкармливает? С какого магазина? Подкармливают работники рынка. Рынка? Да. С магазинов бедные люди их выгоняют, потому что не могут подойти... Ну, покупатели зайти в магазин не могут подойти. У меня на ребенка недавно напало, он просто мимо проходил. Они настолько, ну, надразнили их детки. Я понял. Сейчас их не видно, не знаю. Говорят, что им жарко, и они уходят куда-то. А когда они возвращаются? Когда больше всего беспокоит? Днем? В первой половине дня, вот когда с тачками едут к бабушке. Ну, примерно в котором часу? Я знаю, я смотрю с окна где-то с 8 до 10, где-то так. Утро? Да. Хорошо, спасибо. Мне видно, с кем поговорить на Колкотовом рынке. Здравствуйте. С кем можно поговорить по поводу бродячих собак? Группа «Права животных» в ПМР нам пожаловались, что бродячие собаки вот тут на улице одолевают людей. Мы решаем эту проблему. Это надо приходить днем. Днем они приходят? Ну, когда тут администрация есть. Ах, администрация. А кормит их администрация или так? Их никто не кормит, они детей. Ну, кто-то их все-таки поддерживает. Люди-то есть здесь, конечно. Ну, люди есть, да. Хорошо, значит, где-то в какое примерно время можно подойти, чтобы и собаку видеть, и тех, кто их... Это не знаю. Они тут собираются в то время, когда гуляют. Это пример. А так, чтобы сказать, что вот видите, вот щеночек один. И большая вот его мамка тут убегает, и все. Это вот которая возле нас. А так они собираются тут не то, что а со всей балки. Со всей балки здесь собираются? Сидят вот где Авоська магазинчик. Да, под Авоськой. Да. Вот как раз хочу их там найти, но сейчас они пришел, нет. Где-то с неделю. Как они отгуляли их и исчезли. Они исчезли? Ну, поразбегались опять. А, то есть это когда у них были свадьбы? Да. И как давно они пропали? Ну, с неделю, я говорю. Уже недели как нет их? Хорошо, спасибо, будем искать. А что у вас за фирма? Нет, это группа «Права животных» в ПМР. Мы занимаемся проблемой бродячих животных. То есть эту проблему нужно решать, люди должны быть в безопасности. Но, с другой стороны, решать ее нужно гуманно. Вот мы ищем пути. Нет, есть много. И вы понимаете... Собака, она не дурнее человека. Так. Если ее не пихнуть, да, она не цепанет. Да. Вот тут вот жалуется тоже. Идет мама с этим ребеночком, ребеночка ногой. Вот она хапает. Ну так. Как? Ну да. Как?
Это, я считаю, надо еще с людьми сперва поработать, а не с собакой. Согласен. Я не за то тоже, да, чтобы они вот так вот гуляли тут, потому что мы их видим. Но так без смысла, без ничего уничтожать. Да любому можно уничтожить. Какая разница, собака она или кто. Она живое. Да. Они тут очень много с ошейниками, вы понимаете. Гулька началась, они даже с этого двора вышли и ушли. Ты же ничего не делаешь. Что, хозяин ее тоже, если она оторвалась, ты же его не найдешь. Она убежала, побегала неделю, пришла опять домой. Ну, вы же прошли вот сейчас, нету. Нет. А то возле авоськи, и вот тут вот клеенками торгуют. А, ну так откармливают, что туда они могут подбегать. Рано утром можно, вот когда она приходит. Во сколько? Они ее встречают. Во сколько они встречают? 5:00-6:00. В 6 утра? Да, она приходит. А клеенками это где этот магазин? Вот как раз, как вы ходите, там возле... Что-то там стоят. Открывал. Но она любит, вот. Вот сразу. Видите, а, вот это клеенки, да? Вот это. Вот она. Она любит их, она покупает корм, приносит, все. Вот они ее утром встречаются, сбегаются. Понятно. И она прям в 6 часов утра начинает работать? Ну, она утром начинает, да. Понятно. А так нету, вот, я говорю, вот этой мамкой есть. Тут и то, вот этой гульки были, ей прямо холку вырвали, кусок. Вот она ходит. Понятно. Он выживет ни одной собаки. Да. А то невозможно даже пройти, это честно. Не да. То, что там... Ну, она нас не трогает. Вы будете идти, тоже не трогает. Но если идти, я же говорю, в таком смысле, что или нагнать, или что-то там... Это человеку не понравится. Хорошо. Спасибо. Отстреливать, да, приезжает отстреливать. Но это тоже, я считаю, бессмысленно. Приезжают, отстреливают? Ну, вот эти воздушки. Да. Ну, это гуманность, если вы одно прячете, а второе показываете, дети бегают. Все, на глазах вот это делается, возле школы, вот 10-я школа. Выходят туда на поляну, бьют на глазах эту собаку. Ну, так не делается, понимаете? Да. И если застрелить, как раньше охотники ходили? Рано утром или ночью. Они отстреливали их. Так смысл был такой, что... Человек не видит этого. Убили и тут же убрали. Но эти тоже убирают. Но когда на глазах у детей, все, тут возмущение сколько, да? Как эту проблему решить? Хорошо, будем думать. В Бандерах где-то же есть этот приемник? Есть приют в Бандерах, но он заполнен. Нужно контролировать при себе всех собак, как-то пытаться на цепь сажать. Вроде того. Да, но я говорю, я не против того, что ее убрать, эту собаку, с этой улицы. Но убрать как-то так, чтобы человек это не ощущал, не видел. Каждый же реагирует по-разному, правильно? Ну, с другой стороны, если что-то нехорошо и не показывать, оно от этого лучше не становится, так правда? Так то, что не показывать, ну, когда их тут будете стрелять или что, люди что видят? Значит, нельзя стрелять, нужно по-другому решать. Вот. Да. Лучше ее тогда убрать где-то, вывести, да и там уже. Чтобы не видел никто. Я так считаю. Понятно. Мы же животное тоже разводим его и режем, и бьем, и все. Но по этому как-то каким-то смыслом надо тоже. Это вопрос, конечно, интересный. Да. Но все тоже нельзя перебить. Конечно. Потому что и мы подохнем вместе без тех собак. Не так. Ладно. Спасибо. Подойдите, посмотрите. Я думаю, часиков 6 она подходит. Вот. Вот тут все соберутся. Которые здесь рядом, они все соберутся. Спасибо. Вот. Это тоже не наше. Это вот эти, что забегают. Видите? Он даже малыш гавкает на нее. Это вот с улицы. Ну, свободно. Но она... Вот, вот это ее мама, вот с холкой и ванной.
Ладно, значит, завтра придем, будем разбираться с тем, кто их кормит. О том, как можно решать проблему, да, ребята? Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы никогда не подкармливали этих собак? Я просто здесь не живу, поэтому не подкармливаю, не знаю. Понятно. Хорошо, завтра вернемся.